сейчас, наверное, станет немного попроще. Но весь телевизионный, а затем и интернет-проект я замутил, будучи твердо уверенным в своих силах. И отсюда поподробнее. Год дефолта 1998. Я меняю новую «Волгу» на очень ушатанный «Форд Торус». Причем делаю это после дефолта. Восстанавливаю его. И через полгода меня швыряет шеф. Я продаю ему новую 99-ку, а он мне не занимает всего лишь штуку баксов для покупки квартиры. Пришлось брать ушатанную 520-ю, снова делать ее и через полгода обменять на таун-кар. А после 2001-го машин стало столько, что я не припомню, кто понравился более всего. Но такая машина есть. Это самый надежный после Форда Crown Victory седан. И это Town Car. Самый большой в мире серийный автомобиль. Но достался он мне 7-летним армянским и после Москвы. Своими руками я переварил днище, смоделировал гнилые пороги, восстановил молдинги по дверям, все хромовые полоски, в том числе весь хром на торпеде, отмыл багажник и переварил там пол, склеил морду и установил оптику, перебрал всю подвеску, и это не имея интернета. Все, все вышло в $3000. Сейчас, анализируя ситуацию, ни за что бы не продал его, и это я могу утверждать, покатавшись 5 лет на S600. Хотя в заработке и осталась сумма в $5000, самые приятные воспоминания, и это Town Car. Машина самая удобная в ремонте при наличии обыкновенной ямы. Все сделано просто для дурака. При наличии инструмента Town Car выигрывает даже у Торуса, с которым после 14 лет эксплуатации расставаться западло. За 30 лет в жизни машины, собираемые в мичиганском Висками, продано более 2 миллионов автомобилей для американских пенсионеров. При этом, проигрывая в управляемости семерки и S600, в комфорте у Town Car нет равных. Безо всяких удлинений в салоне легко размещаются 6 человек. А каков он в стрейче? За всю историю двигателей, а их всего 2, 5-литровый Windsor и 4.6 модуляр, естественно, оба V8, никаких нареканий к мотору не возникало. Да, он может жрать масло, но как он едет? Такое ощущение, что по звуку это троллейбус с каким-то безальтернативным бешеным подхватом. И самое главное, да, пришлось S600 снять с учета, а иначе Губеру платить 60 тысяч в наглое хлебало западло. Но 225 лошадок в ПТС у Town Car позволяют тупо забить на всех. А маленький такой багажник для комфортного группового траха или 8 трупов позволяет легко разместить газовый баллон любого размера. Да и под капотом места для установки ГБО предостаточно. Вывод. Town Car – это вечмобиль. И это прекрасно понимают теперь уже тоже беднеющие американские пенсионеры, которых 3 поколений Town Car всего за 30 лет эксплуатации хватило, чтобы это осознать.